Говорит и показывает Мадрид. Мы начинаем прямой репортаж с легендарного Сантьяго Бернабеу. Константин Генич и Георгий Черданцев на комментаторской позиции. Интересный матч у нас сегодня. Валенсия встречается с Реалом. Хорошие команды сегодня играют, и мы вправе ждать классный футбол в их исполнении. Не очень хочется рассуждать на тему фаворитов и неравенства сил. Мы все прекрасно знаем и неоднократно видели, что в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. И смотрим на состав мадридского Реала. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Посмотрим на состав Валенсии. Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Стадион Сантьяго Бернабеу за свою долгую историю пережил множество реконструкций, и далеко не всегда они давались легко. К примеру, в 1992 году высота стадиона увеличилась вдвое после оборудования арены 20 тысячами сидений. И это неожиданно повлекло за собой проблемы. Зимой солнце освещало лишь треть поля, и качество газона стало стремительно ухудшаться. Чтобы компенсировать недостаток тепла, пришлось провести под полем сложную систему труб, по которым движется горячая вода. Иско. Бензема! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Хорошо укрыл мяч. Реал снова с мячом. Иско. Рамос. Модрич. Гарай. Кондогбия. Парех. Удар по воротам. Мяч уходит на угловой, подавать будет Валенсия. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Нельзя мяч давать обрабатывать, может быть опасно. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Знатный гол получился, что и говорить. Отличный розыгрыш углового, завершившийся великолепным ударом. Один-ноль в нашей игре. Варан. Бейл. Лука Модрич. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Увидел открывание впереди, делает передачу. Вратарь! Вот это сейв! Угловой удар, мяч в Валенсии. Центр штрафной, мяч направлен. Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. И нам повторяют гол, благодаря которому команда выходит вперед. Спокойно и классно было сыграно. Точно удар в касание под перекладину. И вынимай мяч.
Эзекиэль Гарай. Габриэль Паулиста. Даниэль Муньос. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Мяч уходит за боковую после этого паса. Кросс. Виейра. Кросс. Рамос. Тони Кросс. Иско. Касемир. Иско. Кристиано Пичини. Сантимина. Прижали соперника к ворот и пробил игрок. Бей. Реал на половине соперника. Модрич. Мяч в поле выбивает Гара. Паре. Реал отобрал мяч у соперника. Модрич. Иско Аларкон. Передача на Модрича. Кросс. Игроки мадридского Реала введут мяч в игру. Иско. Кросс. Иско. Марсело Виера. Офсайд этот поход. Габриэль. Даниэль Вас. Мяч вперед идет к чужим воротам. Казимир. Лука Модрич. Быть плеймейкером — большой труд и серьезная ответственность. В этой команде за рисунок игры отвечает Лука Модрич. Образно выражаясь, тренер до матча делает набросок, ну а Модрич уже на поле добавляет эскизу сочных красок. Рафаэль Варан. Модрич. Тони Кросс. 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 Судья добавляет 3 минуты. Даниэль Муньос. Габриэль. Гайя. Даниэль Вас. Родриго Машадо. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Промахивается он из великолепной позиции. От ворота было всего ничего. Решил пробить на точность и не попал. Обидный промах. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме. Так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. И прямо в центр штрафной полетел мне. Нельзя мяч давать обрабатывать, может быть опасно. Увидел открывание впереди, делает передачу. Вратарь! Вот это сейв! Валенсия ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Казимир. Модрич. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче.
Не рассчитал силы, и на вес всех штрафной перелетает. Партнеры поддерживают эту атаку. Бензема. Модрич! И угловой зарабатывает мадридский Реал. Редкая возможность у них сейчас сравнять счет, и трибуны гонят их вперед. Навешивает с углового Тони Кросс. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Даниэль Муньос. Удар по воротам. Мяч попадает в защитника и в ворота. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Гаррет Бейл. Высочайшая, недостижимая для большинства скорость выделяет Гаррета Бейла на фоне других. Касается это и бега, и работы с мячом. Один отыграть можно. Вколачивай! Отличный сейв вратаря. Иско. Бензема! Штанга! Не повезло немного. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Модрич. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Замену проводит тренер-хозяин. Посмотрим, кто покинет поле. Денис Черышев. Родрик. Есть удар! И это мог быть его дубль сегодняшней встречи, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. Габриэль Паулиста. Кондогбья. Кевин Гамейр.
стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Четверть часа еще играть команда. Серхио Рамос. Модрич. Неплохо атака. Модрич! Неплохая попытка сделать парашютик, вот только к месту ли она была. Но раз не реализовал, думаю, нет. Можно было бы, наверное, что-то более эффективное придумать. Такие передачи придают атакам остроты. Угловой для Валенсии. Замена. Поле покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что, ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. В центр штрафной подан мяч с углового. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. 85-я минута матча идет. Модрич. Борха Майораль. Лука Модрич. Лука Модрич, светлая голова, причем в любом из смыслов. Его нестандартные ходы и решения всегда идут команде на пользу. Именно Модрич сегодня будет расставлять акценты в атаке, решать, кому и когда достанется мяч в позиционном нападении. Судья добавляет 3 минуты. Даниэль Вас. И подача туда, в сторону ворот. Это мимо. Финальный свисток. Команда сегодня не просто проиграла, а проиграла своему самому принципиальному сопернику. Удар действительно серьезный, и чтобы его сдержать, команде нужно обладать серьезным характером. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действием. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Нельзя мяч давать обрабатывать, может быть опасно. Увидел открывание впереди, делает передачу. Вратарь! Вот это сейв! Удар по воротам. Мяч попадает в защитника и в ворота. Иско. Бензема. Штанга. Не повезло немного. И подача туда, в сторону ворот. Это мимо.